Голландская теплокровная, порода лошадей. Голландская теплокровная – это порода спортивных лошадей. Теплокровные лошади – это нечто усредненное между чистокровными лошадьми, к примеру, верховая английская и арабская, и упряжными лошадьми, и выводятся их скрещения. Термин «спортивная лошадь» объясняет основное назначение этой породы. Участие в соревнованиях серьезного уровня, вплоть до международного, в таких дисциплинах, как конкур, выездка, троеборье и даже драйвинг. Характеристики породы. Датские теплокровные лошади в среднем имеют рост от 165 до 172 см. Масть гнедая, воронная или серая с белыми отметинами на морде или ногах. Голова имеет правильные черты с прямым профилем. Шея с гладкой гривой изогнута, обмускулена и плавно переходит в красивую высокую холку. Линии спины прямые и длинные, круп короткий, широкий и низко расположенный. Репица хвоста выходит высоко, грудь глубокая и широкая, ноги сильные с ярко выраженными длинными предплечьями. Задняя часть крупа сильно обмускулена. Это качество приобретено от прошлых голландских лошадей и определяет их способности в мощном движении. Спортивная лошадь. Голландская теплокровная порода позволяет показывать наивысшие результаты в современных выездках в конкуре. Это обаятельные, очень старательные и умные лошади. Упряжная лошадь. Уникальная голландская упряжная лошадь позволяет участвовать в соревнованиях по драйвингу и используем в качестве легкоупряжной лошади. Она демонстрирует хорошее медленное движение на рысе, с хорошей свободной работой передних ног в коленях и сохранением мощных толканием движением задних ног. Это сочетание позволяет уверенно двигать экипажи даже с высоко поднятой длинной шеей, что делает голландскую упряжную лошадь уникальной в своем классе.